35 «Диалог 2022» продолжает свою работу. Рядом со мной Владислав Курбатов. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом году мы с вами встречались несколько в другой роли. Вы были директором «Перекрестка», сейчас «Пятерочка». Вот ключевое изменение для вас как человека, который там все-таки другой, вроде как покупатель, другой потребитель. Какие сложности возникли при переходе с одной роли, с одной сети на другую? Ну, в принципе, знаете, розничная торговля – это в любом случае розничная торговля. Я вот сегодня на выступлении говорил, что у меня очень есть любимое выражение у Карнеги, да, что когда я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. Когда я иду на рыбалку, я думаю о том, что любит рыба, а не о том, что я люблю. Вот. В данном случае в розничной торговле точно так же. Просто каждый формат имеет своего целевого покупателя. Другие, скажем так, ценности, да, вот если посмотреть на покупателей «Пятерочки», то мы видим, что 70% покупателей, те, кто делают 70%, там, 75% товарооборота «Пятерочки», это персоны экономные. Это не бедные, а именно экономные. И для них на первый план всегда выходит именно цена-качество. Не просто цена только, да, но еще и цена-качество. Вот. И вот здесь вот просто задача правильно, наверное, увидеть своего потребителя, кто твой клиент, кто, как говорится, та рыба, которую ты пытаешься поймать, и, соответственно, уже взять ту правильную начинку, которая поможет тебе привлекать все больше и больше людей в твои магазины. Что происходит сейчас с покупателями «Пятерочки», особенно последние месяцы, да, и как бы вы охарактеризовали потребительское поведение сейчас ваших клиентов? Вы знаете, ну, наверное, мы в целом видим, что, конечно, большой разгон инфляции в этом году сыграл определенную роль в благосостоянии, наверное, да, людей. То есть мы видим, что все больше людей переключаются на товары среднего и низкого сегмента. Мы, конечно, в этом направлении тоже помогаем и увеличиваем долю низкого сегмента у нас в «Пятерочке». Но вообще, в целом, хочу сказать, что меня радует, что количество покупателей «Пятерочки» растет. И растет это и в лайках, и в тотале, и количество магазинов растет. Да, мы недавно открыли 19-тысячную «Пятерочку» и уверенно двигаемся к 20-тысячной. Mm-hmm. Соответственно, конечно, люди начинают экономить, люди начинают выбирать. Мы видим, что люди готовы ходить во много магазинов, в разных магазинов в течение месяца, ища лучшие предложения, лучшие цены. И, конечно, мы понимаем, что выигрывать будет тот, кто будет более всего доступен покупателю. Доступен не только не в прямом даже смысле слова рядом находясь, а в том числе и доступен по цене. А что касаемо сокращения ассортимента в сети, сейчас отмечается, что есть определенное там сокращение ассортимента. Какие категории оно наиболее заметно? Вы знаете, ведь на самом деле мы подсократили ассортимент во всех категориях, а просто в какой-то момент произошло следующее. Там, в погоне за определенными вещами, в том числе реагируя на обратную связь от покупателей, мы пытались расширять ассортимент и расширялись его до такой степени, что он перестал влезать на полки. Поэтому глобально, по большому счету, мы просто сделали определенную гигиену, когда отбросили, ну, самые, так скажем, неходовые, непопулярные у наших покупателей товары, в каких-то категориях чуть больше, в каких-то меньше, в среднем это примерно на 15% мы сократили ассортимент, и, соответственно, самое парадоксальное, что мы увидели, что в июле-августе мы уже получили обратную связь от покупателей, что они стали более удовлетворены шириной нашего ассортимента, хотя ассортимент на 15% сократился. Это говорит о чем? Просто что в перспективе начала года у нас было столько ассортимента, что он в лучшем случае влезал там, по одному фейсингу любого бренда, и неважно, это категория А, там, Б или С. Дальше получалось следующее, что категория А, как обычно, вымывалась быстро, ну, потому что она самая востребованная, и люди, которые приходили, предположим, во второй половине дня, уже не находили этот ассортимент на полке. И им казалось, что
ассортимент плохой, потому что товары, которые у них есть, о, вернее, которые есть в их списке, его нету, да, то есть... Второе мое любимое выражение: любой маркетолог бессилен против мужика со списком. Вот, поэтому, соответственно, вот когда мужик в списке не находит тот товар, который ему жена написала, он как бы ассортиментом, шириной ассортимента не удовлетворен. Сейчас мы, сократив ассортимент, дали возможность выставлять категорию А шире, и, соответственно, этот товар стал на наших полках задерживаться. И вот мы это уже видим в определенной обратной связи. Конечно, у нас еще предстоит очень много работы, чтобы сделать наш ассортимент еще интереснее, еще доступнее и, скажем так, разнообразнее. Мы, кстати, увидели, например, что мы в каких-то категориях слишком много вывели, да, и у нас есть возможность что-то вернуть, и поступательно что-то мы возвращаем по квотам. Вот. Но глобально, вот, как говорится, наша обратная связь от покупателя — это самый лучший, скажем так, источник информации, да, она показывает, что люди, наоборот, стали пока еще, ну, может быть, не очень сильно, да, но, по крайней мере, говорить о том, что восприятие ширины ассортимента, оно стало улучшаться и расти. Последние пару лет у «Пятерочки» шло активное изменение дизайна, и переодевались, да, красивые мы становились магазины. А сейчас как с этим обстоят дела? Продолжается ли или приостановили какие-то такие активные изменения? Конечно, мы продолжаем реконструкции. Единственное, что мы делали, немножко их упростили. Понятно, подумали, где мы можем, например, мы видим, ну, что-то, что не дает, например, какого-то эффекта на восприятие людьми, или скорее наоборот, даже позиционирует в глазах наших покупателей как более дорогой магазин, да, что нам не очень нужно. Поэтому мы немного упростили саму инфраструктуру, но при этом как бы понятно, что самые такие важные точки притяжения, которые были в новом концепте, они остаются. Это и холодильники с готовой едой, это и пекарни. И наоборот, мы сейчас хотим расширять количество пекарен, но вообще хотим, чтобы каждая «Пятерочка» воспринималась у людей с горячей выпечкой, очень качественной, но недорогой. И мы верим, что, и видим это в принципе, что наши продукция в пекарне, она имеет огромную популярность у многих наших персон, в том числе, вот что честно скажу, для меня было удивительно, когда я пришел в «Пятерочку», что у пенсионеров пекарня, продукция пекарни «Пятерочки» — это просто хит, за которым они специально ходят и покупают, не знаю, там, сосиску в тесте, сочник, еще какие-то булочки. То есть для них это радость, да? И дарить радость людям, конечно, и эмоции тоже нужно. Ну, после пекарен такой переход. Какие цифровые сервисы наиболее востребованы у покупателей, и как вы их планируете развивать в магазинах вашей сети? Ну, здесь, наверное, могу сказать, что первое, что приходит на ум, это онлайн-доставка. Она у нас очень сильно сейчас набирает обороты. У нас были определенные проблемы с приложением и программой лояльности вот в начале лета, когда, к сожалению, импортные бренды, поставщики программ ушли с рынка, да, но сейчас мы уже запустили новую программу и в том числе перезапустили приложение экспресс-доставки, и причем совместили эти две программы вместе. И теперь у нас мобильное приложение и программа экспресс-доставка в одном приложение. Мы сейчас его еще дорабатываем, но вот мне кажется, что это один из самых главных элементов нашего общения с покупателем. И, конечно, для нас омни-доставка — это то, что будет играть одну из ключевых ролей дальше, да, потому что это расширяет зонтик наших возможностей, зонтик предложений для покупателя, привлечения покупателя. И в целом мы видим, что тот покупатель, который ходит и в офлайн, и в онлайн, его, ну, затраты в нашей сети гораздо больше, предположим, только тем, чем те, кто пользуется только офлайном. Вот. И самое, наверное, главное здесь, что хочется отметить, это то, что в принципе, онлайн-предложение, оно должно становиться тоже для у нас быстрее. Я вот сегодня, выступая, говорил, что, в принципе, наша цель, мы провели исследование и увидели, что покупатель в среднем тратит 30 минут от того момента, как он решил пойти в магазин,
до того, как он сходил в магазин в Пятерочку и вернулся. Вот. А еще год, на, ну, там, в начале года мы доставляли за 60 минут. И получается, что очень странно, что человек пешком до магазина может зайти за 30 и решить все свои проблемы, а доставка... Поэтому сейчас тоже стремимся к цели в 30 минут, потому что для нас это как раз то вэлью, которое мы даем покупателю, и у него всегда есть выбор. 30 минут самому сходить прогуляться, либо за 30 минут мы привезем ему домой. Сейчас затронули еще вопрос, связанный с промо. Соответственно, в Пятерочках всегда было много промо. Многие компании в последнее время сокращают масштабы промоактивности. Как сейчас обстоят, ну, как обстоят в рамках политики проведения промоакции в Пятерочке? Какие фокусы и что получается делать? Ну, смотрите, на самом деле проблемы с промо скорее были вот где-то в марте-апреле, когда большинство компаний поставило, ну, когда было непонятен курс валюты, соответственно, вообще, что будет с логистикой, с поставками, и многие поставщики, особенно крупные, действительно поставили промо на холд. При этом мы часть наших подкатегорий перевели там на позицию ELP, кстати, некоторые поставщики перешли на это. Вот. Если смотреть тренд, то могу сказать, что сегодня доля промо уже практически восстановилась, с учетом еще, что некоторые категории у нас перешли на ELP. Если сравнить все вместе, то мы уже практически находимся в тех же показателях, что и в прошлом году, а там другие наши конкуренты даже, может быть, ушли выше. Да? Поэтому промо, оно в любом случае будет играть огромную роль, потому что люди все-таки ищут лучшие предложения, они готовы, как я сказал, ходить в несколько разных сетей в поиске каких-то нужных им продуктов по дисконтам. Поэтому, конечно, мы будем держать это в фокусе и продолжать транслировать нашему покупателю скидки. Единственное, что, наверное, как я сказал, что мне хотелось бы, чтобы мы с нашими партнерами все-таки еще раз изучили ту модель, по которой мы сегодня работаем в промо, да, и немножко ее привели к тем начальным, к той начальной стадии, по которой это когда-то начиналось, и в том виде, в каком оно должно быть. И уже в завершении нашего такого короткого интервью, какие ключевые приоритеты вы сейчас видите в развитии торговой сети «Пятерочка», ну, чтобы конференция поставщиков позволила поставщикам, например, да, строить свои планы в соответствии с вашими задачами? Ну, мне бы хотелось, чтобы, если говорить именно про работу с поставщиками, с нашими партнерами, ну, чтобы у нас действительно начали улучшаться именно партнерские взаимоотношения с определенной стратегией категории, чтобы мы проводили, например, там, квартальные, ежеквартальные категорийные ревью с конкретно крупными поставщиками, чтобы мы ставили все цели, командам ставили цели в начале года совместные, и чтобы мы в конце года оценивали нашу работу, насколько мы эти цели выполнили. Конечно, я за прозрачность, честность в отношениях, чтобы, ну, грубо говоря, за наш счет кто-то не пытался нажиться, предоставляя там другие более льготные условия другим нашим коллегам, конкурентам. Поэтому мне кажется, что очень важно, если говорить именно про взаимоотношения с поставщиками, чтобы мы с вами вместе понимали, куда мы двигаемся в следующем году и как вместе мы можем конкретную категорию усиливать и делать лучше. Вот, потому что вот сейчас у нас уже началась, да, эго-компания приходит, поставщики говорят: ой, ну мы сейчас вам тут расскажем, как вам делать. Нам не надо рассказывать, как нам делать. Да, давайте мы вместе решим, насколько наши и ваши действия приведут нас всех вместе к успеху. Если этого не будет, то, конечно, мы будем искать других партнеров, которые будут совместно с нами развивать эти категории. Наши цели я озвучил. Мы должны расти в доли быстрее рынка. Наш like-for-like безинфляционный в магазинах текущих должен расти быстрее инфляции и, соответственно, на определенный процент, который мы готовы обсуждать с каждой категорией. Да? И, соответственно, благодаря этому должна расти плотность продаж, которая сегодня, к сожалению, у нас пока точно не, скажем так, в том фокусе, который бы нам хотелось. И совместными усилиями я уверен, что мы точно нарастим все это и
пойдем уверенно к этой цели. Главное на этом сфокусироваться все вместе. Спасибо большое. Еще одно интервью в рамках X5 «Диалог». Изучайте те материалы, которые мы вместе создаем. Владислав, благодарю вас. Спасибо.